пока некоторые ожидают мастеров, другие мастера. Привет. Всем привет со сказочного города. Да. Представьтесь, пожалуйста, Мата. Да, меня зовут Веселовская Анастасия. Помогаю из наемного сотрудника перейти в предпринимателя. И также повышаю уверенность в себе. И как вам это удается? Скажите, пожалуйста. Успешно удается, клиенты довольны. А расскажите о том, что подробно вы делаете, чтобы мы знали. Подробно, что делаю? Я сказала бы, что я мастер продвигающих разговоров. Каких продвигающих разговоров? А продвигающих кого или чего? Продвигающих обязательно клиента. Да, для того, чтобы он получал те результаты, которые он хочет. И какие ваши уже результаты? Результаты, мои результаты, это мои успехи, да. А успехи клиентов, это успехи клиентов. Мы эти вещи разделяем. Вот. На самом деле у каждого абсолютно свой успех, это можно почитать в отзывах. Вот. Но точно, что я могу сказать, это что каждый человек, он уходит с пониманием того, что у него в жизни происходит, и что ему нужно сделать, чтобы все было намного эффективнее. И я вот сама теперь придерживаюсь того момента, что не ждать, пока вот ты там закрутишь у себя в голове эти все проблемы, а подойти к человеку, провести коуч-сессию, чтобы мне, например, провели, или я провела, и решить вопрос и пойти дальше. Отлично, скажите, что вы при этом коуч. Что? Что вы коуч при этом, скажите. Я коуч. Отлично. И это как раз ключевой ответ, как вы помогаете людям. Да, помогаю, задавая продвигающие вопросы. То есть помогаю им найти в самом себе. Да. Ответ. Абсолютно. В каждом человеке. Я им не говорю, что они должны делать. Я им не навязываю свои мысли, свой опыт и опыт кого-то другого. Я помогаю им найти ответы, которые находятся у них внутри. Абсолютно согласна. Это по принципам коучинга. Ответ есть внутри каждого из нас. А советы люди не слушают, поэтому смысла давать советы никакого нету. Только если ты переходишь в позицию консультанта, да. Это другое. Да. И очень хорошо, когда человек нашел ответ сам, клиент нашел ответ в себе самом, он его придерживается, он восхищен, говорит, вау, это здорово, и это я придумал, я это решил просто, это да. Моя идея. А где его идея, там его ответственность. Соответственно, когда человек берет на себя ответственность, он достигает результатов гораздо быстрее. Отлично. И прекрасное дополнение к этому еще. Нужно помочь клиенту найти мотивацию. Да, и нужно помнить, что мотивация у нас не одна. То есть это вот такой вот путь, и на каждом пути необходима своя мотивация. Да, и мотивация, когда должна воплощаться в way to do, what are you going to do, да? Way to go, что ты собираешься делать? После когда замотивировался, у тебя есть цель, ты знаешь, что делать, а что ты будешь делать, когда мы с тобой разойдемся? Да, конечно, понимание следующего шага, оно определяет, насколько человек быстро дойдет к своей цели. И тогда можно сказать, что коуч поработал на славу. Да, результаты жизни клиента, они говорят о том, что мы работаем на славу с тобой. А с нами был коуч... Веселовская Анастасия. Веселовская Анастасия, которая помогает людям найти свое счастье, задавая им правильные вопросы. Да, спасибо. Спасибо вам. Намасте. Да.